Кстати, громкий возглас, что надо отметить, но, правда, не очень корректно надо отметить. Да. Не хотелось бы, конечно, чтобы подобные изречения звучали. Да еще и так громко. Да, давайте посмотрим. Сергей Павлович, победил чудес. Да, официально разница вроде 4 сантиметра, но кажется, что больше. Это справедливо, абсолютно. Карен Чухаджан побеждает Сергея Воробьева раздельным решением судей. И я считаю это правильно. Он был лучше сегодня, да, при всем уважении к Сергею. Но Карен действительно навязал ему такой бой, с которым Сергей, в общем-то, справиться не смог. Да, то есть в некоторых эпизодах даже было похоже, что...